привет, Россия, 21 век. Это Роза Хутор, и я на Розы Хутор. Сейчас посмотрю, что здесь есть. Мы поехали по дороге, которая сюда нас привела, на Ласточке. Все новое, автодорога, железная дорога, вали, наверное, миллиарды-миллиарды рублей, но выглядит очень круто. Вот такая вот российская Швейцария. Все просто круто, даже не знаю, как сказать, дух захватывает. Все очень нравится. Посмотрим, чего мы сегодня сможем найти. Мы здесь будем целый день. Ну, не знаю, посмотрим. Я здесь действительно первый раз. И дальше Сочи раньше никогда не ездил. Ну, про Сочи, наверное, будет отдельная история. Мы запишем целое видео, где расскажем о Сочи. Но вот сегодня Роза Хутор. Поехали. Горы. Мы поехали в горы. Скажи привет. Привет. Наш проводник, который показывает нам абсолютно все. Наши люди есть везде. Да, нам туда. А нам вот туда. Еще под ногами будет ущелье, с речкой еще же можно вниз. Ну, сейчас замечательно видно, что Пийской деревни, тут хорошо, но мы идем дальше. В заповедный лес. Поехали. Я на самой высоте, тут, короче, все нормально. Первый раз, и все круто. Смотрите, туман. Смотрите, все красиво, все как мы любим. Так. Итак, это путь в никуда. This is highway to hell. Вау. Россия, я не думал, что ты можешь быть такой. Россия, очень круто. Точно, как Blue Mountains в Сиднее. Ну что я могу сказать про все, что я видел? Все замечательно, это, наверное, даже не Россия. Все просто круто.